Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! С вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! Давайте сегодня заглянем вот в эту коробочку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, поехали! Это коробочка для маникюра и педикюра, и нашла я ее на сайте ibutterfly.ru. Конечно же, каждый мастер может создать идеальные, красивые, ухоженные ручки и ноготочки, но поддержать их в хорошем состоянии, в домашних условиях вам поможет хороший маникюрный инструмент. Если вы в поисках хорошего маникюрного инструмента, то я вам советую заглянуть на сайт ibutterfly.ru. На этом сайте вы не найдете материал для наращивания ногтей, для дизайна ногтей, кистей не найдете. Там только маникюрные инструменты, маникюрные, педикюрные, терочки, пилочки и немножечко средств по уходу за руками и ногтями. И что же в этой коробочке, давайте с вами поподробнее посмотрим и поближе разглядим. Как я сказала, это маникюрно-педикюрный инструмент, и в нем 8 предметов. Каждый инструмент расположен в своей ячейке. Самое необычное, что бросается сразу в глаза, это пилочки. И давайте с них начнем. Две такие необычные пилочки. Чем они необычные? Они необычные тем, что они вот такие изогнутые. И первое время, конечно же, как-то непривычно ими работать. Но как только вы приноровитесь, конечно же, они становятся для вас самыми родными и желанными. Это лазерные пилочки. Одна пожестче, одна помягче. Та, которая пожестче, имеет абразив в виде солнышка. И спиливает какие-то ороговелости на коже, мозоли очень легко и деликатно. Чем сильнее вы надавливаете, тем глубже она спиливает поверхность. А вторая пилочка более мягенькая, она уже зашлифовывает. Эти пилочки также можно использовать для подпиливания ноготочков. Легко моются, обрабатываются. Очень хорошие и очень качественные пилочки. Следующий представитель этой коробочки — это пушер. С одной стороны у него лопаточка, достаточно острая, хорошо заточенная, предназначена для отодвигания кутикулы. С другой стороны топорик, тоже заточенный для удаления птеригия и каких-то остатков на ноготочках. Ой, скошенный пинцет. Хорошо захватывает волоски, мягенький такой. Несмотря на то, что он мягенький, он очень хорошо выполняет свою функцию. Двое маникюрных ножничек. Одни предназначены для ноготочков, другие для удаления кутикулы и всяких там заусенок. Те, которые предназначены для удаления кутикулы и заусенок, они вот такие скругленные и имеют более тонкое лезвие, очень удобные, очень острые. Те, которые пошире, предназначены для ногтей. Также скругленные и тоже очень хорошо заточены. Еще один представитель коробочки — маникюрные кусачки. У них высокая пяточка, это для тех, кто любит именно вот такую высокую пяточку. И достаточно мягкая пружина. Но она не такая мягкая, что прям болтается, а мягкая для того, чтобы сделать вашу работу более комфортной, для того, чтобы вам не напрягать руку. Еще одни кусачки, но на этот раз уже педикюрные. Они более массивные, но такие должны быть педикюрные кусачки. И скруглённые. Также имею достаточно комфортную пружину, острые, весь инструмент хорошо заточен, весь острый, это, конечно же, радует. Если вы в домашних условиях ухаживаете за своими ноготочками, это отличный вариант. Если вы ищете подарок для кого-нибудь из своих близких и родных, неважно, девочка это, девушка или бабушка, а может даже молодой человек, я думаю, что вам стоит заглянуть на сайт ibutterfly.ru и присмотреться к этим наборам. Я оставлю ссылочку под видео, ссылочку на набор этот я тоже оставлю под видео. В своих видео я еще неоднократно буду упоминать маникюрные инструменты не только для домашнего ухода, а также и профессиональные. Для того, чтобы не пропустить эти мои ролики, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой видеоканал, а также поставить пальчик этому видео вверх. Увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!